Добро пожаловать в гусиный дом. Ты давно включила? Вот. Это наш дом. Это вот наш стол. Это наши стулья. Это наш диван. Это наши двери. А, вот. Начнем вот с двери тогда. Вот тут моя любимая жена изобразила птицу Феникса. Я не мешаю. Вот. Она нам очень нравится. Тут у нас зона Феникса теперь. Вот. Это мы сами сделали. Мы купили на туалетный шкафчик, перевернули вверх ногами. Тут подпилили, тут перевернули. Обтянули тканью. Получилось красиво. Вот. Это мы с собой привезли. Это моя любимая лампа, $8 стоит. Вот. Ну, тут мы обедаем. Вот тут. Там готовим, и вот сюда все, и тут пожираем. Вот. Это глоточки на цветочки. По поводу выходных. Подаренные. Вот. И зеркало снимите, пожалуйста. Да, мне все было. Да. Вот. А тут вот. А тут вот шарики. Третий десяток почти закончился. На случай, если жарко, у нас вон что есть. Скоро будет актуально. И самое главное, кстати, самая дорогая покупка нашего дома. Это мягенький диванчик. А еще на день рождения мне подарили вон кого. Вот он что может. Вот видишь, как спасает на жары. Уже холодно. А тут у нас палисадничек. Кстати, начинается лето. Сегодня я уже пытался когда подремать, слышал адские вопли птиц. Так что скоро начнется. Может, когда мы приехали, просто не было, потому что уже холодно. Вот, газончик поснимай, газончик клевенький. Не сегодня постригли. Полосатенький, да, это потому что они вот так стригут полосками. Ива. Листья распускаются. Кстати, я не замечал. Все это недавно, да? Свежачок? 3 недели. Ты ну быть не может. Я тебе уже пускаю. У нее начинала только, а сейчас она прям уже вся зеленая. Это вот наш большой балкон. А тут у нас будут огурцы расти, мы их тут будем выращивать и кушать потом. Вот. Цветочки тут. Все такое. Клевизна. Что тут еще интересного? Все, пойдем по лампу. Подожди. Все равно не видно, что он больше.
Нормальный балкон, главное, тут можно, не знаю сколько тут, десятером выйти, даже больше. Десятером. Вообще целой толпой. Все, давай. Давай, чего дальше. Ты? Чего, я дальше? Чего дальше ты? Всегда я. Давай. О, вот это. Чего? Лопаем. Угу. Что у нас тут? На кухне все как было, как сняли. О, холодильничек, плита, посудомоечка. Ну да. Вот холодильник не покрасила в синий цвет. Было белое. Ну такой желтый был. Не очень нравилось. Все равно. Ну, все кроме техники. Вот лампу я повесил, только вон там покажи. Вот эту штучку для полотенец мы повесим. Мы много чего сделали. Была только техника и мебель. Остальное все мы поделали. Вот кастрюлю тоже присутствует. Вот. У нас есть вот комнатка. Мы ее называем кабинет. Ну, уже кабинет. Была холодная. Была холодная такая комната. Когда было холодно, это была холодная комната, потому что мы ее не отапливали. Там тоже есть мягкий диванчик. Давай, сразу бегу туда. Давай, давай. Давай, выходи. Все, считай, зашел. Нет, тут же много всего интересного. Давай, я все вижу. Вот, есть столик. Стулик. Да? Заходи. Не зашел. Давай. Тут уже у нас еще вот шкафчик. Шкафчик. Тихо, вот ты что хочешь показать? Вот. Это у нас в каждой комнате. Давай. Чего у нас в каждой комнате? Отдельно регулируется тепло. Да. Давай, сладкий. Тут у нас еще книжки стоят, тут у нас стол. Недавно повесили шторы, она стала очень уютненько. А на диване мы повесили картинки, которые мы с Жуклетом купили в Чикаго, в музее искусств. Такие красивые, мне так нравится. Вот. А еще мам с папой просили показать пледик, который я связала для малыша Эвы. Вот какой получился. Я, правда, мне немножечко не хватило этой пряжи для того, чтобы сделать кружево до конца. Но я его обязательно доделаю. Ну, я его еще ребенок только в июне родился. Вот. Вот там у нас кладовочка, вон там в уголке. Ай, цветочек. Он уже пытается распуститься уже несколько месяцев. Может так выстроиться. А там кладовочка. И мне какая-то будет. Там на всякие ништяки лежат. Потом. Пойдем дальше. Вот тут у нас хранятся вещи, покажи. Смотри, какая большая кладовка. Да, вот. Не очень большая, мы тут верхнюю одежду храним. Идем дальше, у нас маленький коридорчик, и тут гостевая ванна. Ну да, в ванне ничего интересного. Вот, а здесь у нас прачечная, заходи. Тут у нас стиральная машинка, тут. Что, порошок остался? Стиральная машинка. Открой. Не надо. Ну. А что там? Полотенце лежит грязное. Стиральная машинка, вот тут сушильная. Тут посушилось. Погоди. Вот порошочек. Ну, говорят, что никто не пользуется. Вот, пожалуйста, мы пользуемся. 145. Большой такой. Штук. Этих. Постир, может. А тут у нас кипятильник. Да, бойлер. Водонагреватель. Большой. А когда все это закрывается... Вот ничего не видно. Получается красота. А я не знала, что у нас верхний свет здесь есть. Он такой теплый. Да, он специальный, чтобы спинку грел и комнату сушил. А там от него толку немного. Мастер Бодров. Он тоже такой же.
Ну да, это я понимаю, что это хорошо. Идем дальше. Это наша спальня. Вот. Наша кроватка. Мы, правда, еще немного чего сделали. Мы собираемся сильно все переделывать. Вот. Мы совсем недавно купили комод и две тумбочки. И очень дешево. Прям вообще, можно сказать, украли. Бесплатно получили. Вот две тумбочки. Сами собирали. А вот наши пудели. Мы на них смотрим все подряд. Пудель, помню, теперь у нас. Вон там пудели. Вот они там пудели. Ну вот же они. Вот. Мой розовый крестовый бордовник. Вот.